Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Тур. Мы сегодня с вами продолжаем играть в GTA 5 RP на сервере Cash Hunt. Если что, ссылочка, как со мной поиграть, есть в описании. Вот. Это не Rage MP, это Alt V. Ну, в общем, в любом случае, вы там найдете все, как скачать, как подключиться, как присоединиться. Как вы заметили, меня немножечко, походу, это самое, обокрали, ограбили. Опять меня одели в трусы, блин. Ну ладно, мне так, в принципе, больше нравится. Но только реально, я не знаю, у меня куда-то пропала одежда. Я слепой, я не вижу. Рюкзак у меня, меня обокрали. Меня обокрали. Пока я, блин, спал на помойке. Пока я спал на помойке, меня, походу, обокрали. Короче, сегодня мы едем с вами работать на работе. Будем зарабатывать деньги. Едем на шахту. Не знаю, сколько там платят. Но надеюсь, что заплатят нормальные бабки. И я буду успешным, богатым человеком. И со мной все будет хорошо, блин. Какой раз я уже за эту неделю катаюсь на скутерах, то там, то сям. Я скутерист, блин. Ой. Ладно. Будем считать, что так и должно быть. Так, там вообще надо, показано, как-то надо объехать. Но я думаю, что мы напрямик поедем. Мы с вами не какие-то там... ну, мы не боимся, в принципе, да, ничего. Так что давай заезжай. Потому что кто боится, тот трус. А я, как вы знаете, турбенти, я не трус. Вот так вот аккуратненько. Опа. Вообще не боюсь, вообще не боюсь. Опа, без проблем. Без проблем, скутерист... Опа! Здрасте! Здорово, чувак, прости, пожалуйста. Но вроде бы я его... Нормально все. Тойота. Нормально. Так, все, идем работать. Здрасте. Здрасте. Как... А, подожди, мне не к нему, что ли? Вообще на нем показано. Что ему врезать? Мы даже не врезать. Ладно, пойдем там посмотрим. Может быть здесь. Может быть ты. Скупщик. Это какой-то скупщик. А это продавец скутеров. Арендатель. Ну, вы поняли. Ну, видимо, надо к этому мужику. Здорово, мужик. Ой, о, получилось. Не зря ты выбрал эту профессию. Это работа для настоящих мужиков. Ну, или для сильных женщин. Ну, ладно, не суть, начнем сначала. Для начала купить кирку. Ага. Где ее надо купить? Без этого инструмента тебе никуда не забывай следить за износом. Беги к помеченному валуну и найди на нем слабые места. Как поймешь, что на сегодня с тебя хватит, возвращайся ко мне и сдай смену. Все. Повышай. Угу. Хорошо, устроится. Перетащите... где кирку надо купить? У меня нет кирки. А где ее надо купить? Зачем я приехал сюда? Может быть у скупщика есть? Ну-ка, скупщик, здорово. Нет. Подождите, а где кирку реально купить? В магазине, что ли? Мужик. Ты давай не это самое. Навыки. Драгоценные камни. Золотодобыча. Блин, я понял. Короче, ладно, все, надо... Окей, я понял. Да выйди ты... Ладно, устроить. Надо, короче, найти... магазин, в котором продается кирка. Кирка. Кирка или кирка? Кирка. В общем, как найду, я вернусь. В общем, ребят, получилось так, что я приехал на лесопилку. Сегодня мы будем все-таки с вами лесорубить, потому что в том магазине, который был у нас около, недалеко от, получается, шахты, там не было кирки. Или кирки, не знаю, как правильно. Вот, это, кстати, уже на следующий день записываю. Начало было вчера, то есть продолжение сегодня. Вот, и я приехал в другой магазинчик. Купил там все, что надо, плюс купил там топор и решил, получается, поехать на лесопилку. Поработать лесорубом, посмотреть, что тут да как. Потом, я думаю, что на шахту мы с вами в другой раз сходим, съездим, попробуем. Пока что так. Какой-то так китаец стоит. Скупщик. Мне скупщик не нужен, мне нужен... Ты мне нужен. Так, в руки топор. Зайди на свой участок. Как только ты пройдешь на свой участок, руби поделенное... Отлично. Я устроился? А, во! Ништяк! Наконец-то, ребята, наконец-то я работаю. Блин, чисто мужик с топором. Мужик в трусах с топором. Так, а рубить какое дерево надо? Вот участок. Ага. Ты в участок приходишь, и тебе показывают, какое дерево. Хорошо. Надеюсь, что это не очень сложно. Так. Найдите метку на дерево и нанесите... А, ничего себе. Ничего себе. Это прям как в Расте почти. Так, ну, давай. Опа. Бенц. Опа. Бенц. Давай, ты сможешь, Турбо. Давай, Турбо. Ты же не дурной. Опа.
Бенц. Так. Опа. Бенц. Ого. Оно еще и падает. Ничего себе. Так, тихо-тихо, стой. Бенц. Бревно 5 килограмм. Собрал, да? Да. Класс. Класс, слушайте, мне нравится. А, это еще не все. Они валяются, да, тут типа? То есть мы еще вот это самое дерево, которое... Мы его тоже собираем. Класс, блин, слушайте, мне нравится, мне нравится. Ну, с анимациями, вот это красиво сделано. То есть дерево реально падает, ты по дереву реально бьешь. Появляются вот такие вот штучки, ты такой, типа... Ну-ка, если прям в центр. Жик. Так. Опа. Так, спокойно, спокойно. Берем, опа. Не. Дальше. Опа. Не. Сюда. Опа. Не. И давай, последняя. Это же последняя, нет? Опа. Не. Да, падает, падает. Ой, а если она на меня упадет? Ладно. Так, опа, собираем. Жик. Собираемся. Так, тихо-тихо. Опа, поймали. Опа. То есть, получается, с каждого дерева по полкилограмма. То есть, у нас сейчас 2 килограмма дерева. Мало как-то с такого большого дерева. Ой, вон еще укатилось. Не. Так, отлично. Бежим сюда. Вот это, да? Да, это наш следующий, получается. Блин, вот. А можно от первого лица, да? О, так, кстати, поудобней. Хотя, не сказал бы. Оно слишком маленькое. Оно слишком маленькое становится. Так, сюда. Бенц. Так, кто дальше? Дальше у нас ты. Хотя по размеру, по-моему, то же самое, нет? Ну, неважно. Мне кажется, оно визуально меньше, когда ты от первого лица. Так, блин, здесь из-за куста из-за этого вообще ничего не видно. Ну да ладно, мы делаем бенц. Так, делаем. Бенц. И дерево падает, правильно? Да, прям на меня, давай. Жалко. Так, нажимаем Е, нажимаем Е. Блин, не видно вообще ничего. Вообще ничего не видно. Где оно? Укатилось. Куда ты укатилось? Вот же ты. Стоять. Не. Все деревья мои. Так, сейчас давайте еще, наверное, последнее дерево. И посмотрим, сколько нам за это заплатят. Будем примерно понимать. Не. Не. Ну, слушайте, интересный интерактивчик такой. То есть ты не тупо нажимаешь на кнопочки. Это реально ты бьешь в специальную точку. И это прикольно. Это прикольно, слушайте, мне нравится, мне нравится. Банальному нравится, банальный доволен. Не. И деревце падает. Ну-ка, я хочу за него запрыгнуть. Не получилось. Так, ломаем. Так, тихо-тихо-тихо, стоять, стоять, стоять. Кстати, смотрите, с некоторых по 3 бревна, с некоторых по 2. Так, куда? А, тихо, чуть-чуть не уехало. Не. Так, ну и последнее вот там вот. Где? Ага, вижу-вижу. Не вижу, вижу-не вижу. Оп. Давай-давай. Бенц. Так, окей, пойдемте продадим, посмотрим, сколько за это заплатят. Реально интересно. Топор. А интересно, топор ломается, не ломается? Непонятно. Непонятно. Блин, ну кто-то украл мою одежду, мне вот это не нравится только. Сперли одежду банального, блин. Голый в трусах бегает, работает с топором. Как так-то? Ну вот так вот. Так. Здравствуйте. Так, получается, я ему, да, просто продаю? Правильно я могу? Так. Ого, у него тут что-то есть. Необработанный изумруд, необработанный рубин и патроны. Ну окей, если я ему продаю это. По 13 баксов. А, ну то есть я всего 130 баксов заработаю. Ну с другой стороны, в принципе, я не так много времени потратил. Заработал 130 баксов. Если так работать, то в принципе неплохо. В общем, ребят, вот такая вот получилась серия. Нельзя его зарезать. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписаны. Ставьте свои большие пальцы вверх, пишите свои комментарии. До новой серии по замечательной игре под названием GTA 5 RP на сервере Cash Hunt. Не заставит себя долго ждать.